Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Супер Тёма! Здравствуйте, ребята! Сегодня опять зомби-нубик! Сегодня опять будет продолжать свои путешествия по просторам Пиксельгана. Что-нибудь будем сегодня тестить, ребята. Конкретно что, я уже знаю. Естественно, вам тоже сейчас покажем, расскажем, что к чему и почему. Возьмем яйцо. Питомцев, если видите, заранее уже всех раскрыл, чтобы на этом, на видосике они как бы не вылазили и не мешали нам. Короче, ребят, погнали! Пока мы тут всякие сундуки-шмудуки возьмем, будем, да, чесаться туда и сюда. Вы не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. И поставьте мега-сачки лайк. Совершенно верно. И огромное спасибо всем заранее, дорогие друзья. Так, что у нас тут? У нас тут неплохая фигнюшка, из которой мы уже когда-то получали битинг. Да. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, что нам выпадет интересного. Проклятый пират. Ну, ладно. 5 штучек тоже потратим. Не жалко. Вдруг выпадет 30. У нас 1600. Да, вдруг выпадет. Ну, не 15, тоже неплохо. Тоже нормально. Тоже неплохо. Так, ладно, ребята. Что, а, еще вот у нас есть что-то. О, давай, Тёмка. О, ребят, смотрите, здесь это... убрали. Раньше тут было, помните, 2 штуки этого было. Випки. Мы их всегда убирали. А теперь копеечки вот так поубираем. И посмотрим, что нам попадет. А что, нам копеечки не нужны? Ну, десятки самые маленькие, мы их уберем. Посмотрим, что нам покрупнее. Давай. Удачи, например. Давай. Здесь. Надо было тоже убрать. Капец, вместо скина. Почему 10 постоянно лезет? Как назло. Так, ребята, ну, назло-то назло. У нас есть фургончик торговца, который продает всяческую фигню. На этот раз что-то еще 2 дня эту фигню будет продавать. Опять я залез в будку к питомцам. Так, но мы будем сегодня ближнее тестить, ребята. Я не знаю, насколько оно нубское или не нубское, но написано редкое, скорее всего, нубское. Хоть бы легендарное или эпическое было. Да, ну, редкое. Ну, короче, очень. Ну, смотри, эффективность какое. Ой, ну 3-3-3 эффективность, да, ребята? Это да. Короче, сейчас мы попробуем вот эту сферу. Посмотрим, что да как, Тёма. А ты свою любимую зону вместе с носорогом. Что ж, носорог, берегись, мы идем к тебе. О, оба. Так. Так, одно убийство сделали. Одно убийство сделали, убийство лысого в мешке пустым подвалом. По башке, Тём, имей в виду. Здрасте, мистер носорог. Мистер носорог, здрасте. Да. Так, имей в виду, что носорог бодается сильно. Если он тебя подкидывает, это очень плохо, потому что тебе фраг будет сниматься. Если ты умрешь, тебе будет минус фраг. Короче, а потом... вроде нормальное оружие. Да, я тоже думаю, что нормальное оружие. Оружие-то неплохое. Я уже два. Хотя оно редкое, но оно такое. Оно не очень быстро бьет. Так как бьет не очень быстро, то попадает хорошо, по всей видимости. Если что, вы мне, конечно, это сделаете. Поправьте. Поправьте, да. Ух ты, что-то тут совсем уж капец одни их не были. Зашли вся краснота. Так. Носорог. Носорога нет. Нету. Носорога нет, тут хорошо. Лето о, хочет. Пробежал здесь этот. Вот, давай, 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 к нашим. К нашим. Сейчас тебя убьют. Нет, я одна. Молодец, двух, ух, молодец, ух. Двух. Давай вперед, 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 молодец, 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 молодец. Вот тут каша, вот тут капец, ребята, что тут за заварушка была? Мне понравилось. Быстро бежим, пока, только, наверное... Сильно, только плохо то, что теперь надо бежать целую вечность. Целый час бежать, пока добежишь до их территории. Целая вечность, они целая час. Вечность, да. Так, ну, давай. Давай, 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 давай. Так, походу, пока что мы ведем в счете, ребята. Началась почти практически недавно. Это не зона. Из-за меня. Нет, нет, все играют нормально, все играют хорошо, я бы даже сказал. Так, ого, убили. Все, убили нормально. Кто-то они к нам в базу лезут. Ну, конечно, будут лезть. Нужно их убивать быстро, естественно, будут лезть, чтобы потому, мы что... к ним лезли. Чтобы вы к ним лезли, так. На, вот, на. Вот, вот, не отлично, пройдете. Отлично, Том, ты куда? Я на их интересно базу. Знать, только я убью. Ты лишний фраг, ты же один. Ну, был. Ладно. Так, вы там, ну, с друзьями потусуетесь, смотрите, где вы тусуетесь вместе. Никого нету. Тём. Вот что-то, походу, никого нету вообще нигде. Умирай. А, вон наш пошел туда, наш пошел туда, наш пошел вперед, идите вперед, там наш был. Ну-ну-ну. Да успел кого-то убить, что ли? Да. Ну, нормально, в принципе. В принципе, нормально. Так, ну, убежал, убежал носорог, это хорошо. Хорошо. Так, где все наши, ребята, если честно, я не вижу. Наших я не вижу, ведь постоянно вижу только красную, целую кучу красного всего.
А где синие? О, вот один чувак идет. Я за тебя. Давай. Идем вместе. Давай вместе. Два удара. Давай. Два удара, два нагибалова и два трубака. Походу. Два. Чувак, пошли, стоит там. Не чувак. АФКаш. Не АФКкашничай. Ну вот наш это. Так. Ух ты. Ну, убил я. Ты убил кого-то, да? Так, вот пошел наш опять. Ребята, ну, оружие хоть и редкое, но на самом деле совсем даже неплохое. Да, совсем даже неплохое, потому что вполне себе так в настоящее время оно как бы себе еще может раскрыть и показать. Вот. Так как оно и по зоне бьет, и такое увесистое, скажем так, нехило так прошибает вообще. Ой, хотя нет, это шалунчик. Давай. Ну, почти убил ее. Там почти убил. Совсем. Ребята, оружие отлично. Мы, конечно, еще попробуем сейчас против всех, тоже интересно посмотреть. Но даже так уже видно, что, ну, как бы, нормально. Неплохо. Если оно есть, то о его смене пока можно не беспокоиться, потому что, в принципе, нормально. Ну, все, могу. Ну, все, стоять. Да, уже некуда ходить вообще. Так, победили в 7 боях. Победили. Так, что у нас? 22. Ребят, по-моему, красота вообще отличная. Красота, красотень. Так, давайте сразу, не отходя от кассы, сделаем вот что. Покинем матч, ребята. Так, ну покидайся ты уже, покидайся. Королевскую битву не надо. Вот это сюда. Там наверху идем. Давай, против всех. Посмотрим, как же будет против всех это оружие себе показывать. Так, ну что ж. Носорожище. Мы идем к тебе. Так, где все чуваки? Тут, скорее всего, они будут все в середине тусоваться. Ух ты, Тём, тебя прям сразу вынесли. Вот, здрасте, мистер Носорог. Сразу вынесли. Давай. Тут все красные. Ты это, пожалуйста, помни. Нет кого. Чё-то ты совсем как-то начал, Тём, не весело. Опять из 6 возможных мест ты на 5-м. Нет, из 5 возможных на 6-м. Так. На четвертом. Вот этот чувак хорошенько бегает. У него тоже не совсем свежее оружие. Что-то я не понял. А бой закончился. А бой закончился, не успев начаться. Нас опять кинуло в самую последнюю эту, как это, в секунду, что ли? Не пойдет, давай заново еще раз зайдем. Прямо в этот же бой. Погнали. Тут там 22 набил, нифига себе. Ну, конечно, вы там так нубили, он, наверное, вообще. Я на первом месте. Пошли. Пошли, ты на первый. Минута, секунда славы Тёмы, которая продержится 15 секунд, пока он на первом. Не спускайся сейчас, там тараканы сейчас. Слушай, кроме нас никого нету. Походу мы сейчас на первом месте закончим, ребята. Не убив никого, мы окажемся на первом месте и выиграем сражение. Очень много. Прикольно, ну точно, да. Умирай. Ну, убил. Спасибо. Убил. Молодец. Так, Тём, он родился же? Нет. Сзади? Нет. Теперь вот родился. Ну, естественно родился. Ты что думаешь, он завис в процессе рождения и ждал чего-то? Конечно. Иди, же нет, Тём. Посражаемся. Давай, посражаемся. Ну, у него оружие получше будет, я думаю, получше у него будет оружие. Хотя, уже еще есть люди, да? Да, походу. Ладно, неважно, есть или нет, Тём. Мы пока что тут, значит, его здесь нету, вот он идет. А как-то он из как он успел нас издалека убить, ребят? Это лагает, наверное. Нас или лагает капитально, или его лагает, или нас лагает, или нас обоих лагает. Но во всяком случае. Я буду вот так вот делать, если. Не поможет, Тём. Во-первых, иди возьми жизнь. Ну что ты убишь-то, реально, Тём. Там посмотришь, броня где есть. Ты можешь сейчас себе как бы надеть нормально все, одеться и. Иди полечись. Тут же лечилка есть. Давай, ладно, не нубим, Тём, не нубим, я же сказал. А, все, вроде не сдох. Так, стоп. Во, все отлично. Выходим, идем лечиться. Вот туда, совершенно верно. А там у меня полностью... Все отлично, Тём, отлично. Это что у тебя, то, что у тебя полностью, я рад за тебя. Тут теперь чуваки нет, нужно бегают. Вот там чувак. Давай. Все. Вот так, нормально. Все, давай, этого не успеем уже. Ребят, неплохо на самом деле. Если чуток стратегии как бы применить и не попасться носорогу в рог, то в принципе, можно
как бы и победить кого-нибудь, даже с таким стареньким оружием. Так, все отлично, все нормаленок. Я на первом месте. Кто-то чем-то пуляется, да, Тём, ты по этот какой-то не слишком за это делаешься. Уже на второй скатился. Так, ты давай, чуваков-то кошмарь, калашмарь, убивай по полной программе. Не знаю, у него походу адские лаги, и он как бы появляется тут, а потом появляется там. И вот, и как бы всех вышибает. Теперь поэтому. Я на первом месте. Теперь ты на место первого месте. Давай еще раз, отойди. Вот потом. Во, нормально. Ты же помнишь, что он родился, он лунтик. Так, Тём, хорошо, отлично. Не выходи, отсюда выскочит, может. Чувак, все, он проскочил, теперь нормально можешь идти. Давай. Куда ты смотришь? Вот, вправо, влево тебе не надо. Вот, чувачонок. Давай, еще раз его, еще раз, если попадешь, будет точно красота. Все, Тёмка, во! Можно сказать, была дуэль, ребята. Более продолжительная дуэль на ближнем оружии. Потому что это вряд ли можно назвать просто поединком каким-то. Да, дуэль, действительно, я выиграл. Да, вы были. И со счетом 9-6, ребята, ты уверенно, Тёмка, победил дуэль на ближнем оружии. Хотя наше оружие было, ребята, намного было хуже. Кто не верит, можете проверить. В принципе, мы сейчас можем даже показать. А может быть, мы умеем играть? У нас такая оружка есть, Тёмка. Да. Вот она. Вот лечебный посох, он намного новее и лучше легендарный, чем какой-то обычный, редкий огненная сфера. Но огненная сфера показала себя хорошо, мне понравилось. И выиграла. Да, и очень даже классно. Вот, а вам, дорогие друзья, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. Ставьте мега царский лайк. Всем пока-пока. Всем пока.